Друзья, сегодня вторая часть наших посиделок совместных на троих. Юлиан Милкис, Миша Кац, ваш покорный слуга Евгений Бычков. Я держусь в тени, Миш и Юлик, потому что это не лучшие дни моей физиономии. Жень, но уже лучше, уже лучше. Уже лучше, окей. Как сказал кто-то из моих американских друзей, ты бы видел того парня. Я просто неудачно поцеловался. Поэтому, пожалуйста, да, пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Миш, к сожалению, мы не можем тебя сейчас обнять и поцеловать. Нас разделяет вот этот проклятый зум. Ну, неважно, мы тебя с Юликом зумированно поцелуем. У нас все впереди. А прошлый раз, когда этот самый несчастный зум нас так безобразно прервал, вы как раз пустились в воспоминания. Но знаете, я очень хотел бы, чтобы продолжили сегодня эту тему. И народу, в общем, понравилось, и народ ждет. Но вот сперва такой к вам вопрос к обоим, если можно. Вот Миша Кац чрезвычайно харизматичный, вот как личность, да? Юлик абсолютно харизматичный, когда начинаешь рассказывать, от тебя невозможно глаз оторвать. Вот скажите, друзья, пожалуйста, это насколько необходима харизма музыканту и можно ли ей научиться? Миша, извини, я первый, как бы. Ну, естественно, да. Это твоя земля. Научиться этому точно нельзя. 100%. Это как невозможно научиться таланту и красоте. Это или дано, или не дано. Вот. С харизмой точно такая же история. Можно ли выступать без харизмы? Я думаю, что да. Это немножечко другая будет игра или дирижирование, или это такое, ну, скажем, у Евгения Санча, ну, другая харизма, наверное, какая-то была у Бравинского, но не та харизма в моем понимании, как у Бернстайна, скажем, или у Челебедаки, да? Но своя какая-то была, поэтому эти харизмы разные бывают. Вот у кого она броская, у кого не броская, у кого сразу, так сказать, ты попадаешь вот в луч этого человека, а у кого-то по-другому. Миша, твое слово. Да, Женечка, ну, как-то Юлика сравнивать со мной очень трудно, потому что Юлик объективно очень харизматичный человек. Я считаю, что я харизматичный, но в некоторых местах. Потому что, когда я начинаю работать с оркестром, и с оркестром я работаю как таксист в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, это стоп-го. Стоп, это идет такой фашистский, издевательский метод, прежде всего над самим собой. И я бы это не назвал бы харизмой, я бы на это назвал бы, скорее всего, музыкальным терроризмом. Но, естественно, как Юлик абсолютно прав, это какая-то уже заложенная в тебе программа, которая существует с детства. И поэтому, буквально вытащив нас из роддома, папа сразу сказал: этот мальчик мне нравится. Один философ у нас, а другой поэт. И я думаю, что вот с этим как бы клеймом я прошагал всю жизнь. Действительно, это открывает очень много дверей, это очень безумно помогает в жизни. И это именно, как я опять повторяю, какая-то программа, которая в тебе заложена или нет. Дальше идет, конечно, интеллект. Идет воспитание, идет культура. И когда все входит вот в эту гармонию фантастическую, тогда есть шансы, что из тебя что-то получится. Потому что на одной харизме далеко не уедешь. Посмотрите, сколько деток совершенно зашкаливающей харизмой и с талантом. Да? Я далеко ходить не буду. Юленька, конечно, помнит, Катенька Новицкая. Когда я первый раз услышал, этой ББшке было 13 лет, Жень, меня зашкалило, я был потрясен, я никогда не представлял, что дети могут обладать действительно абсолютной гениальностью. И потом это, знаешь, куда-то испарилось. То же самое, один из самых огромных талантов Ван Клайбер. Куда-то это испарилось. А я Миш, я перебью. Ты согласишься, что вообще ранние карьеры, вот детские, они чрезвычайно опасны.
Да, абсолютно. И Юленька, и когда меня спрашивают, мастер, а что вы думаете по поводу этого молодого дирижера, молодого скрипача, пианиста? Я отвечаю, я думаю то же самое, что и о молодом Бордо. Да. Потому что я могу иметь какое-то мнение о Кот-де-Рон, о Вино де Пей де ла Луар, долины Луары. Это я могу иметь какое-то представление, потому что это молодые вина. А когда вопрос касается настоящего глубокого Шато Медок, Шато де Гран Крю, извините, что я такие матерные слова употребляю. Мадам Петрон Лонгвиль. И действительно, там нужно время. 10, 15, 20, 25, 30 лет. То есть необходимо. Я вспоминаю одну необычайную историю. Каждый раз, когда через папу проезжали, как Юрик вспоминал, самые выдающиеся музыканты, всегда приезжали лауреаты, будущие лауреаты всех конкурсов Чайковского. И вот мы как-то вышли. И да, и папа всегда, как у нас мальчишек, спрашивал наше мнение. То есть он уже тогда работал с нашим критерием, пониманием, восприятием уже в детском возрасте. И это был концерт Гриши Соколова. Гриша Соколов сыграл очень хорошо. Все было чисто, все было на своих местах. И папа спрашивает, Юрочка, Мишенька, что вы думаете по поводу этого мальчика? Я папе сказал, пап, ты знаешь, я тебе скажу откровенно говоря, я не потрясен, меня не зашкалило. Но он хороший пианист, но их как-то тысячи миллионов. И папа мне сказал одну интересную вещь, очень интересную вещь. Он мне сказал, Мишенька, я тебе очень советую обратить внимание на дальнейшую жизнь этого мальчика. Я говорю, папа, а почему? Он говорит, а потому что у него есть очень интересное качество. Я говорю, папочка, а что ты увидел, то, чего не увидели мы? Он говорит, я у него увидел музыкальный интеллект. Гриша был молод, 16. Угу. Музыкальный интеллект. И я у него увидел огромную потенцию большого музыкального ума. Это было как... И сегодня Гриша Соколов один из лучших пианистов мира, Юленька, объективно. Поэтому абсолютно не харизматично такой, выкатывается такой мешочек на сцену, садится абсолютно в полной изоляции от внешнего мира, отключенный от внешнего мира и входит в свое состояние. И вот, Юленька, ты помнишь, на Мальте, когда было закрытие фестиваля, мы с тобой сидели с большим открытым... Даже если не совпадает, допустим, мое ощущение Брамса и ощущение Гриши Соколова, Брамса, все равно это убеждает, это захватывает. Почему? Потому что за этим стоит огромная работа под микроскопом. То есть идет патологоанатом каждой ноты, интеллектуальный патологоанатом, естественно. И это захватывает, это увлекает, это убеждает, даже если мое видение мира совершенно... Согласен с тобой на 100%. Да, Юрчик, поэтому харизма – это одно, а глубина таланта – это, конечно, когда это все совмещается, ну, тогда может быть какой-то экстратерестр, то есть сверхчеловек. И, естественно, такая зашкаливающая харизма, как у Бернстайна, когда Лени выходил на сцену, а ему и дирижировать не надо. Ему не надо было дирижировать. И он даже знает, если он жутко облажает концерт, народ будет в восторге, потому что человек переполнен любовью. Переполнен любовью. Поэтому, Женечка, когда часто меня спрашивают, приглашают на телевидение, на радио, перед концертами, на интервью, и говорят, маэстро, ну, давайте поговорим о программе, о том, что вы будете держать. Я говорю, вы знаете, столько талантливых и умных людей написали такие фантастические книги о музыке, об этой музыке, которую я буду сегодня дирижировать, то на их фоне я бы не хотел выглядеть идиотом. Поэтому давайте лучше поговорим о любви. О любви. Потому что это моя фишка, это моя карта, это... Как вам сказать, это смысл моей жизни – выходить на сцену и людям давать огромную любовь. Я всегда ученикам говорю, если ты, сволочь, не можешь пойти в 47-й ряд, взять вот эту бабушку, больную, старенькую, или дедушку, который там сидит, взять, обнять, прижать к самому своему сердцу с огромной любовью и сказать на ушко, я тебя так люблю, то тебе на сцене делать нечего. Тебе надо переходить в управдом. А управдом не обязан всех любить. Я не знаю, что Юлик об этом думает.
как у него с управдомом отношения, мне трудно сказать. Ну, конечно, даже и управдома нужно любить. Я считаю, что, вы знаете, вот Саи Баба – это один из моих кумиров в моей жизни. Это великий индийский гуру, один из самых, он аватар практически, это из категории людей, которые рождаются раз в тысячелетие. Этот человек говорил: мой ашрам открыт для всех. Для меня есть только одна религия – религия любви. Точка. И что-либо об этом говорить бесполезно. А все остальное – это комментарии к этому. Мишенька, послушай. Я извиняюсь, что я был такой долгий замок. Прекрасно. Вот так как у нас… Я хочу, чтобы это был вообще в основном твой монолог. И две темы, которые мне всегда были чрезвычайно интересны, я думаю, будут интересны нашим слушателям и зрителям. Расскажи про Индию, как ты туда попал. И просто ты мне об этом рассказывал часами, и я последний раз, я тебе сказал, я мечтаю с тобой и с Анитой туда поехать, но вот пока так не получилось, да и вы там 2 года не были. И так как уже вот будет эта тема, тему семьи твоей супруги Аниточки замечательной. Юленька, можно я начну с первого, как бы, так как до встречи с Индией была встреча с Аниточкой. Можно я пойду пора? Поздравление тебе в руки, Миша. Знаешь, будучи таким занудливым педантом, который увлекается очень хронологией. Прежде всего, когда я увидел Аниту в Московской консерватории, я учился в аспирантуре, она приехала в консерваторию из Мексики. Ну, Ростов-на-Дону и Мехико-Сити – это как бы параллельные две деревни, которые не так далеко одна от другой находятся. Поэтому, в принципе, Аниточка приехала в Мексику, как мы сейчас это понимаем, для того, чтобы встретить меня. Почему эту девочку из глубокой, далекой Мексики так тянула всегда русская культура? Так тянула Россия. Она зачитывалась Достоевским, Чеховым, Толстым. Безумно восхищалась Рахманиным, Чайковским. И, конечно, параллельно немецкая музыка, естественно. Это база, это фундамент. И Аниточка почему-то всегда привлекал, будучи, обладая католическим как бы воспитанием, это Мексика, это очень католическая страна, ее всегда интересовал очень иудаизм. И вот, в конце концов, мы разобрались в этом вопросе, и мы нашли ответ. Аничка приехала туда, чтобы мы встретились. И когда я одному шаману французскому задал вопрос: скажи мне, почему у меня с Анитой такое энергетическое, такое на уровне клеток, на уровне сознания, подсознания, одинаковое ощущение мира? Он говорит: Мишенька, это очень просто. Это ваша 4-я жизнь вместе. И поэтому, Женечка, меня всегда притягивал мистицизм, потому что начнем с того, как Альберт Швайцер сказал замечательную фразу: наличие Баха в моей жизни доказывает мне присутствие Творца. И если я, Женечке, сегодня дам ручку, огромное количество бумаги и попрошу с очень хорошей зарплатой переписать все ноты Баха, всех его произведений. Жень, Юлик, я думаю, что на двоих вряд ли вам хватит жизни, чтобы совершить такой подвиг. Вот, это какая-то мистика. Это интеллектуально понять невозможно. И меня всегда это безумно тянуло. Естественно, потом, выехав из Советского Союза, по-испански я натолкнулся на книги Карлоса Кастаньеда. Это удивительный человек, который много лет, 20 лет, кажется, жил с Хуан Матус. Хуан Матус – это великий шаман из Оахаки. И Аниточкины корни идут из Оахаки. То есть ее дедушка родился в этом… Это самая мистическая часть Мексики и Латинской Америки. Там совершенно сумасшедшая энергия Земли, космоса, всего. И когда я туда попал, я попросил мое семейство, говорю: найдите мне, пожалуйста, очень мощного шамана.
Меня всегда это тянуло, меня всегда это интересовало. Я находил шамана в Израиле, я находил шамана в Мексике, я находил в Индии, во Франции. Я везде ищу людей, которые видят то, чего не видят другие. И это была удивительная встреча. Меня привезли к женщине, очень простой человек, на каменном бетонном полу. Она попросила меня принести литровую бутылку спирта, какое-то страусиное яйцо. Я не мог, в общем, какие-то причиндалы, которые определенные яйца каких-то птиц. Я даже не помню сегодня их название. Вот. И она поставила меня в центр комнаты. Вокруг сделала огромный круг спирта и подожгла. Ну, вы знаете, как горит спирт. Он не горит, он тлеет. Спирт тлеет. Там был Анечкин брат, Хосе Луис, я. И вдруг дикий шум и ураганный смерч вдруг выходит из этого огня. Такой смерч выше меня, где-то больше 2 метров. Она тут же подошла, какие-то заклинания на языке ацтеков. Та-та-та-та-та-та-та, все это успокоило. Вдруг второй смерч. Она опять подходит и все это успокаивает. И совершенно феноменально. Она говорит, вокруг вас огромное количество проклятий. Почему? Потому что вы не родились в свое время, и поэтому вас или обожают, или вас проклинают. И вам необходимо иногда именно снимать вот эти негативные элементы. То же самое в Индии я встретил совершенно феноменального шамана. Он из Аризоны сам, американец. Ну, сами знаете, Аризона когда-то была Мексиком, если я не ошибаюсь. Юлик, меня поправитесь. А, все правильно. Какую-то глупость я ляпнул. Вот, он же женат на индианке. И то же самое, анализировав мое тело, он был в ужасе, какое количество ножевых ранений мне нанесено в спину и в наконечнике стрел, которые мне все время посылают в спину. Почему? Потому что я открыт, на сцене я открыт. Идти против меня лицевой атакой не всегда у людей хватает сил или смелости. А вонзать нож сзади, ну, вам это знакомо в жизни, правильно? И у Юлика, и у Жени. Да. Потому что спина самое уязвимое место. Он говорит, у вас совершенно чудовищная израненная спина, потому что все стрелы, все удары вы получаете всегда сзади. Вот. И мне всегда безумно было интересно. Недавно я встретился с совершенно уникальным человеком. Он архиепископ, высочайшая должность в старой римской церкви. Эта церковь существует с 1145 года. Человек, который занимается экзорсизмом. Понимаете, меня всегда это притягивало, потому что я через этих людей находил ответы, которые я не мог найти в этой жизни. И, естественно, когда попав в Оахаку, я почувствовал такая вибрация земли, которую я ни в одной части света. Это Мексика, я хочу уточнить просто. Да. Да, это штат мексиканский, это бедный штат, очень колоритный. Далеко от города Халапы. Да. Ну, у нас Юлик специалист по Мексике. Я уверен, он Мексику знает. При том, что я гражданин Мексики, как бы очень горжусь этим и люблю. Не столько горжусь, сколько люблю. И я уверен, что Юлик в географии Мексики, он его знает намного лучше меня. И поэтому Анитин дедушка пришел в лаптях. Он от Бога был композитор, он от Бога был поэт. Я уже говорил, что он работал с Чилевидаки, он у нее на виолончели играл в оркестре. И это человек, который был просто от Бога. И всегда меня притягивали какие-то моменты, которые интеллектуально объяснить нельзя. Дорогие друзья, вот когда вы находитесь в музее перед картиной Иеронимус Бош, к примеру, в Мадриде, да, триптих. Триптих, да. Ну, Юленька, разве это можно интеллектуально понять? Нет. Я каждый день, когда я был в Мадриде, я ходил завороженный, стоял, был абсолютно парализован какой-то энергией. Я не понимал, что со мной происходит. Я не мог оторваться, это был как наркотик. И когда вы стоите напротив Рембрандта,
когда вы стоите напротив Рафаэля, Леонардо да Винчи, скажите, даже технически выполнить эту работу, это возможно? Нет, это невозможно. Это да, я тебя перебью. Предыдущий гость, Вадим Монастырский, мы с ним были на одном фестивале в Испании, и он уже, в общем, в очень солидном возрасте, ему было за 60, он первый раз попал в музей Прадо. И его настолько захлестнули эмоции, это вот этот зал Черной Игои и вот этот зал Босха, что он вышел когда из Прадо, он сел на ступеньки и, наверное, полчаса в голос рыдал. Вот Юрик, это понятно. Я там попадал, особенно перед Иеронимус Босс, триптих, и я просто был заворожен, просто да, заворожен. И вы знаете, конечно, это абсолютно подтверждает мое видение и понимание музыки, потому что через этих людей мне и музыка открылась. И так уж в жизни получилось, что шаман, который много со мной работал, он в Индию уже ездит 15-20 лет. Он говорит: Миша, твое место в Индии, ты должен туда попасть. И мы поехали в Индию. Это даже не Индия, а это какая-то мистическая часть Индии. Это маленький-маленький городочек, малюсенький там, полторы улицы, называется Путта-Парти. Это недалеко от Бенгалор, то есть южная часть Индии, 2,5 часа на машине, 2-2,5 часа на машине. Это абсолютно мистическое место. Это родина Саи-Баба, вот этого феноменального аватара. Даже не могу сказать гуру, мне не нравится слово гуру. Аватара, который родился в этом городе. Это человек, который материализировал совершенно уникальные вещи. У меня есть приятель, голландец, безумно богатый человек. Вот он живет уже в Индии много лет. Я смотрю у него на пальце какой-то зашкаливающей красоты камень. Я у него спрашиваю: Гэри, что это такое, что это за камень? Это явно не изумруд, это что-то еще более красивое, чем изумруд, при том, что изумруды мне нравятся. Он говорит: это зеленый бриллиант. Я говорю: это существует перед тобой. Я говорю: откуда? Он говорит: ты знаешь, вот в один прекрасный день во время байджанов Саи-Баба подошел ко мне и спросил: что ты хочешь? Он говорит: мне ничего нету. Мне ничего не нужно, у меня все есть. Но я хочу что-нибудь тебе на память оставить. Он говорит: у меня все есть. И он из руки вынул вот это кольцо и одел ему на палец. Причем идеальный размер. Я несколько таких колец видел. Вот такой огромный зеленый бриллиант. То есть это человек, который творил абсолютно непонятные вещи, он вытаскивал, ну, как Ребе Любавичевский, который был безумно бедный, но когда приходили люди в тяжелой нужде, он залезал рукой в карман и вытаскивал обязательно золотую монету и давал людям. То есть это уже было, это как Иисус Христос, как Любавичевский Ребе, как Саи-Баба. Это аватары. Люди, которые... А другую историю мне совершенно феноменальную рассказали. Слушайте, извините, что я байками вас парю. Просто меня это захватывает. Это часть моей жизни. Есть у меня один друг, он высочайшего уровня физик-ядерщик. Он проработал всю жизнь в Америке. Безумно богатый, безумно значительный в мире науки. Его жена журналистка. Он датчанин. Ну, правда, немножко такой датчанин, как я, француз, но это не имеет значения. Потому что фамилия Кац, вы сами понимаете, типично французская фамилия. О, да. Но это и на роже у меня написано, так что здесь не обязательно бить по паспорту. И вот он мне рассказывает совершенно удивительную вещь. Приехал к Саи-Баба один швейцарец, зашкаливающий богатый человек, который дал огромные-огромные деньги в ашрам. Что такое Путта-Парти? Это полторы улицы и огромный ашрам. То есть это город в городе, где звучат байджаны, там райские сады, там такие деревья, которых я в жизни никогда не видел.
ты приходишь, подходишь к этому дереву, ты его обнимаешь и можешь часами стоять. Часами стоять, потому что, знаете, это как, извините, пожалуйста, за сравнение, это как стена плача, да? Когда я прихожу в Иерусалим, приезжаю и всем телом вдавливаю стену плача, я теряю ощущение времени. Это может быть полчаса, час, полтора, два. Я не знаю, я теряю ощущение. Вот там такие же деревья, обладающие совершенно сумасшедшей вибрацией. И вот, значит, этот швейцарец, Саибаба у него спрашивает, ну, мне хочется тебе что-то сделать очень приятное. Ну, что ты хочешь? Он говорит, ну, знаете, ну, у меня все есть, у меня мои самолеты, у меня мои пароходы, ну, что мне еще нужно? Ну, все-таки. Он говорит, ну, вы знаете, я бы хотел иметь швейцарские часы с бриллиантами, называет определенную модель Ролекса, какая-то зашкаливающая модель. Говорит, мне бы хотелось вот это иметь. При том, что он может таких сотни тысяч купить. Окей. Саибаба уходит на 5 минут, приходит, выносит ему, одевает на руку Ролекс. Это модель с бриллиантами. Все прекрасно. Перед отъездом швейцарец приходит к нему и говорит, Саибаба, дело в том, что я еду, возвращаясь обратно в Швейцарию. А швейцарская таможня не обладает большим чувством юмора. И если у меня найдут эти швейцарские часы без бумаг, обязательно потребуют бумаги. Я знаю, это несколько таких историй, когда люди въезжали, не имея бумаг, имея какие-то ценности, имели огромное-огромное количество проблем. Короче, он говорит, ну, вы можете подождать 10 минут? Да? Саибаба ушел, через 10 минут возвращается и приносит ему квитанцию о покупке часов, где написано магазин, номер часов, все-все-все-все, как должно быть положено, печать. Ну, окей. Он возвращается в Швейцарию, потом рассказывает моему другу историю. Причем это не сказал, а мазал это из первых уст. Причем это далеко не те люди, которые любят рассказывать байки. И сказал, а мазал. И он говорит, знаешь, мне жене, он говорит, мне интересно пойти в этот магазин и понять, откуда вообще эти пришли часы. Он зашел в магазин, показывает часы владельцу магазина. Вы знаете эти часы? Он говорит, ну, конечно, знаю, мы не каждый день продаем такие часы, естественно. И номер у нас зарегистрирован, и все. А кто у вас купил? Он говорит, вы знаете, зашел какой-то взлохмаченный мужчина вот с такими черными волосами и одет в оранжевую одежду индийскую до пят. Это была типичная одежда Саибаба. Окей. И вы ему продали. Но еще бы такого персонажа не запомнить. Я его запомнил на всю жизнь. Он говорит, а скажите, пожалуйста, а вот эта квитанция о покупке, вы ее давали? Он говорит, да, вы знаете, он потом пришел через несколько дней и попросил эту квитанцию и сказал, что ему нужна эта квитанция необходимая, причем очень быстро просил меня сделать моментально. То есть вы понимаете, дорогие друзья, эта история абсолютно для сумасшедших, для дурдома. Это человек. Этот человек переносил свое тело на расстояние моментально в эту же секунду из одного места в другое. Дорогие друзья, ну это же делал, и об этом Карлос Кастанеда пишет, Хуан Матус, который перемещал свое тело в эту же секунду, в этот момент совершенно в другое пространство. То есть об этом уже написано, и это знают. Но самое удивительное, когда это происходит с людьми, как бы, которых ты знаешь и практически из первых уст. И я тебе скажу, Женя, ты знаешь, вот это стало смыслом моей жизни. Как мне на сцене входить в транс, чтобы переходить в другое пространство? И иногда я вхожу в такой транс, причем без героина, без кокаина, без алкоголя. Это не нужно. Уже вы знаете, что на сцене
Мы и так, Юленька, вырабатываем эндорфин, то есть это натуральный наркотик, который у нас вырабатывает сам организм. Когда у Юлика наверняка было, когда он выходил в тяжелейшем физическом состоянии после какой-то боли, после какой-то травмы или после болезни, и он ничего не чувствовал, он себя чувствовал свежим, как огурчик, потому что наш организм вырабатывает эндорфин. Это вся наука знает. И вот на сцене у меня есть такая традиция. Я прикрываю голову, открываю руки и прошу Творца, обращаясь к Нему всегда, каждый раз, и говорю: «Я готов быть твоим инструментом. Делай со мной все, что ты пожелаешь. Я готов служить только тебе». И каждый раз я вхожу в какое-то такое непонятное состояние. Жень, я иногда рукой левой, да, вхожу в какую-то субстанцию, физическая субстанция, физическая. Я ощущаю, как пластилин, как глина, как камень. Я вхожу, и я понимаю, что музыка – это энергия, которая пропитана всем миром. Это надо сделать как бы серфинг, выскочить на волну, которая тебя будет нести. Главное – не мешать. То есть через этих шаманов, через все вот эти удивительные, фантастические встречи в моей жизни, а Бог меня одарил. Я вспоминаю мою встречу в Израиле с одной женщиной из России, она тоже прошла через вот этот знаменитый туннель, который вы знаете, когда человек уже уходит в другой мир, потом что-то ее вытолкнуло. И очень простой человек, она говорит: «Я вам буду говорить, но вы запоминайте, я ничего не помню». Ничего не помню. И вот я у нее спросил, говорю: «Слушайте, а как объяснить? У меня абсолютно зашкаливающая интуиция. Я знаю, как должен звучать инструмент в каждом такте, любой инструмент оркестра». Она говорит: «У вас интуиция». «Да, у вас ноль интуиции». Она говорит: «У вашей жены нет, грандиозная интуиция, а у вас нулевая». Я говорю: «Подождите». Она говорит: «Да вы это знаете, потому что все предыдущие 8 жизней вы занимались только музыкой. И одно из мест, где вы жили, это Карпаты». Юлику, конечно, будет приятно то, что я сейчас скажу. Она мне сказала, что вы жили в Карпатах и играли на скрипке и... Юлик, на чем еще? На кларнете. Еще. И когда я попал в Карпаты, в то место в Синае, где жил Жорж Енеску, то есть совершенно мистическое место, я увидел эти деревья. Женя, я сказал: «Здравствуйте, я же вас всех знаю». И они мне ответили: «Привет». Я знаю каждое дерево. Я вибрирую с каждым цветочком, с каждым растением на Карпатах. Потому что и не случайно у меня такой сумасшедший роман с Румынией. Почему для меня это все потом как бы стало на свои места? Потому что это моя страна, это мой город. Мы когда первый раз попали в Бухарест, я говорю: «Анита, я попал к себе домой». Она говорит: «Ты с ума сошел? После Парижа. Хоть называется маленький Париж, но Париж. Это понятно, маленький Париж, большим он никак не может быть». И поэтому я, вы знаете, дорогие друзья, если не жить в этом мире мистики, то я не понимаю, что мы в этом мире. Опять, я никому не навязываю свое мнение, а только делюсь моим фантастическим, богатым опытом, и каждая встреча с этими людьми меня потрясает. И поэтому в этом году чудовищный момент, когда я не поехал в Индию. Я вам скажу, дорогие друзья, мне этого не хватает. Когда идет индус мне навстречу, у него максимум $1,5 в кармане. Но у него белоснежная улыбка, он улыбается, он с тобой здоровается, детки подходят к тебе, здороваются. Там столько любви, там зашкаливает от любви. И там у тебя сердце настолько открывается, настолько ты вычищаешься от нашей, как я называю, наша Европа, что когда ты попадаешь туда, ты вычищаешь и сердце, и душу. Кроме того, это аюрведическая клиника, где специально идет питание, где питание идет по аюрведе. А что такое аюрведа, вы знаете? Это самая старинная медицина, которая существует 5 или 6 тысяч лет. И эти уроды, я думаю, простят меня мои английские друзья,
когда они были в в Индии, они 3 месяца горел пожар. Ребятки, вы представляете, они собрали все аюрведические книги всей Индии, и они их жгли. И 3 месяца они жгли эти книги. Я уже не говорю о том, что жечь книги, ну, да, это вообще без комментариев. Но факт один, потом это все восстановилось из уста в уста. И каждый раз, когда мы приезжаем из Индии, я все время дрожу, когда прохожу таможню, потому что мы привозим обычно 25-30 килограмм аюрведические травы, все аюрведические медикаменты, то есть как медикаменты, это все травы, на поднятие иммунной системы, то есть с чем сегодня сталкивается человечество, скорее всего, лучше, я всем друзьям даю совет, обращайтесь к индийской медицине. Недаром, и там мой ближайший друг, он член моей семьи, доктор Рау, 96 лет. Это мистика, это человек-мистика, это один из самых крупнейших йогов Индии, который посвятил всю жизнь йоге, всю жизнь исследованию человеческого организма. Он вылечил десятки, сотни тысяч людей, и это вообще сказочный человек. Я однажды к нему поднимаюсь на крышу, он смотрит на меня и говорит: «Миша, срочно прекрати лечение». Я говорю: «Почему?» Говорит: «Ты мне не нравишься». Я так смотрю в зеркало, я говорю: «Вроде бы прилично то, что я вижу». Он говорит: «Ты приболел, какой-то вирус у тебя». А я говорю: «Я себя замечательно чувствую, меня берет за руку пульс, по пульсу». Вы знаете, что раньше к индийскому императору нельзя было прикоснуться, можно было только прощупать его пульс. И поэтому я очень извиняюсь, можно было только его пульс прощупать. И он мне говорит: «Ты болен». Щупает пульс: «Ты болен». И действительно, через 2 дня меня подкосил вирус. Ну как эти люди только, ну, да, видя мои глаза, на дистанции определяют, что... Вы знаете, что он делал? Может, это не очень элегантно, то, что я сейчас скажу. Он просил каждого больного своего утром сходить в туалет и принести ему его кал. Извините, это не очень поэтично. И он, значит, палочкой смотрел, и он по калу определял четко-четко работу всех органов. Всех органов. Он говорил: «Тебе нужно пить эту траву, эту траву, эту траву». Эту. И он никогда не ошибался. Ему 96 лет, как я его называю, это моя индийская семья. Это сказочные. Но слушайте, и переполненные любовью. Они говорят только о любви. Вот вы знаете, я тоже слышал об этом, вот всякие индийские люди, с которыми моя жена пересекалась, они же проскочили первые 2 волны ковида, и они ссылались именно на то, что это была аюрведическая вот эта вся история и традиции, и все. Но как их накрыло сейчас? Но что сейчас творится, это же тихий ужас. Их накрыло потрясающе, просто ужас какой-то. Да. Вы знаете, что сейчас произошло? Как индийские врачи мне объясняют, дело в том, что вирус очень сильно трансформировался у них, очень сильно, и их как бы иммунная система не была готова к этому явлению вируса. Она была готова. Первые 2 волны они проскочили. Вот это удивительно. Да. Практически ничего не было, да. Да, а именно вот это как бы модуляция вируса их накрыла очень сильно. Я очень переживаю, это мне очень близкие люди, но давайте будем молиться, а что нам еще остается? Ну да, ну да. У нас нет другого. Да. Миша, это ужасно интересно, то, что вы рассказывали, потому что я одно время тоже очень увлекался кастанедой, но в итоге я, понимаете, у меня получилось такое ощущение, я разговаривал с людьми, которые сидели хорошенько, сидели на кислоте. И ощущение после описания, после приема пиота, очень совпадало с теми ощущениями, которые они описывали после принятия определенного коктейля ЛСД, там все такое прочее. Поэтому я как бы, вот когда вы были в Мексике и встречались с шаманами, это подкреплялось каким-нибудь снадобьем? Нет, нет, это было абсолютно стерильно, что касается пиот,
дело в том, что там есть разные направления. Во всем шаманизме есть же очень много разветвлений, есть много разных направлений. И то, что испытывал я, и те люди, с которыми я встречался, не было ни курения пьет, не было никакие, мягко говоря, психотропные лекарства. Да им это и не нужно. Да-да-да. Да, Речка, вы понимаете, вот то состояние, в котором тот трансцендентальность, в которую я всегда 10 из 10 попадаю на сцену, для этого не нужно никакие ни наркотические, ни фармакологические препараты. Это как раз потому что это уже в музыке все заложено. Это абсолютно понятно, если погрузиться, да, я абсолютно с вами согласен здесь, это правда. Да. Женечка, и об этом изумительная фраза сказал мастер Экхарт. Он сказал, тот момент, когда твой канал открыт, божественный свет не может не войти. Mm. Он войдет в тебя. И доказательство тому, Юлики, вы на 200%, я уверен, помните письма Констанцы Моцарт, которая прибегала как сумасшедшая и говорила, и Вольфганг прибежал, как прибегал Констанция, говорит, Констанция, кто-то за меня пишет музыку, я в ужасе, я инструмент в чьих-то руках, моя рука ходит, я смотрю, потом шедевр. И когда я об этом говорил с Ириной Антоновной Шостакович, да, мы на эту тему дискутировали, я рассказывал об этих письмах Констанции Моцарт, она говорит, Миш, это потрясающе, потому что Дмитрий Дмитриевич мне говорил то же самое, Ирочка. Во-первых, он никогда не говорит, посмотри, как я написал. Он говорит, смотри, как получилось, как оно пришло. Пришло откуда? Из другой комнаты. И одновременно он говорит, Иришка, ты знаешь, я смотрю на оркестровки. Это так здорово, это не я. Это кто-то на оркестровке. Айда Пушкин, айда сукин сын. Это уж слишком перфектно, слишком совершенство. Это не я. И поэтому вот та тема, которой мы коснулись, моя интерпретация, мои чувства, мои эмоции. Боже мой, муравьи, вы даже не слышите, что вы несете. Посмотрите, какое солнце над вами. Оно вам даст и ваши интерпретации, и ваше прочтение. Вы только проводник, параболическая тарелка или шнур электрический, который... Вы думаете, шнур... электрически наполненным интеллектом. Я все время общаюсь с моим шнуром, да, но он почему-то меня не понимает и никак не отвечает на мои вопросы. И поэтому, когда выходит артист, да вам глубоко наплевать, читал он Канта или нет. Самое главное, и вы не будем называть фамилии, но мы знаем далеко не высоко развитых интеллектуально артистов, которые несут совершенно зашкаливающий феноменальный свет, потому что они избранники, потому что они проводники. И поэтому это моя точка зрения, я ее никому не даю. В любом случае, естественно, в жизни, конечно, здорово быть развитым интеллектуальным, развитым человеком. Конечно, очень важно читать, очень важно познавать новое интеллектуально. Я всегда говорю, это интеллект, это сердце. Сердце должно быть на 1 миллиметр опережать интеллект, на 1 миллиметр. А вот эти 49.9% интеллекта необходимы для того, чтобы понять, что ты делаешь, как ты делаешь, почему. Потому что музыка — это таблица Менделеева. И каждый композитор имеет свою программу, где заложен звук Шумана, звук Шуберта, звук Мендельсона, звук Чайковского, звук Рахманинова. Это абсолютно разные сферы. И даже Чилевидаки об этом четко говорил, что это каждый стиль – это четкая шкала обертонов. Ладно, я не буду произносить такие грязные слова, как обертоны, вот, но тем не менее это не мое слово, это Чилевидаки его придумал. Вот, поэтому очень важен, конечно, интеллект и понять, что делать, в каком направлении идти. Но самое важное – это сердце.
открыть его и уметь и почувствовать эту необходимость не от головы, а только от сердца. Подойди, обними человека и скажи, как ты его любишь и как он важен в твоей жизни. Это моя формула, которую я нашел, из которой я счастлив. Даже приходя каждый день, я плаваю, Юлик знает, как круглый год нон-стоп с моими рыбками. Каждый год. Даже зимой. Каждый день я прихожу, зимой, летом, неважно. Главное, это когда дождь, я не плаваю. Я прихожу специально, чтобы признаться моим рыбкам в любви и сказать, как всю ночь я по ним скучал, как они бедненькие живут в этой холодной воде, как мне их жалко. Вот, заходя в море, я пытаюсь его немножко подогреть хотя бы телом своего тела, чтобы моим рыбкам было лучше. И они приплывают, они смотрят на меня, мы с ними общаемся, мы с ними разговариваем. Как я всегда говорю, меня как-то спросил один знакомый, а как они тебя узнают? Я говорю, знаешь, когда я захожу в воду где-то 10, 11, 12 градусов, температура воздуха 2-3 градуса, и, конечно, захожу в море, конечно, я захожу в плавках помидорки, которые, когда я захожу в море, они превращаются в колокольчики. И начинается от холода, и начинают звенеть. Вот, рыбки приплывают, мы с ними общаемся, поэтому они меня узнают по колокольчику. По колокольчику. Вот. И это очень важное взаимоотношение и с природой. И с природой. То есть, Женя, но это не колокола Рахманинова. Там чуть-чуть другой, там другая тональность. Нет, Юльчик? Там, кажется, другие колокола. Обертона другие. Рыбкам виднее. Обертона другие. Слушайте, Мишенька. Слушайте, я вам столько глупостей наговорил. Но, Женя, а с другой стороны, я вам скажу такую вещь. Чем больше глупости скажешь, тем больше комфорт ты даешь людям. И люди успокаиваются. Они смотрят, думают, боже мой, что этот идиот несет? И таким образом они себя чувствуют дико комфортно. Они смотрят, посмотри, оказывается, он еще больше идиот, чем я. Поэтому людям надо давать комфорт. И когда я работаю с оркестром, знаешь, Жень, у меня есть такая техника. Я выхожу в заоблачные сферы, потому что что такое оркестр? Это модель общества. Вот вы зайдете в самый большой супермаркет, Walmart, да, возьмете 100 человек, сделаете анкету. И вы увидите, значит, 5-6-7% – это интеллигенция, это элита. 5-6-7% – это дегенераты. И остальные – это Herr und Frau Schmidt, месье и мадам Дюпон, мистер и миссис Смит. И поэтому вам нужно находить все время язык, как бы делать такой серфинг и подниматься в абсолютно заоблачные высоты – интеллектуальные, духовные, чувственные, эмоциональные – и одновременно спускаться и рассказывать людям несколько глупостей. И их это очень-очень, как вам сказать, их это очень, у них это вызывает огромное чувство комфорта. Они смотрят, смотри, оказывается, он больше идиот, чем я. И начинают божественно играть. Поэтому я вам скажу такую вещь, дорогие друзья. Главное, никогда не терять чувство юмора. И вы прекрасно знаете, что во времена Холокоста много людей именно спаслись огромному чувству юмора. И самое главное – это смотреть в зеркало на себя и иметь по отношению к себе зашкаливающее чувство юмора. И каждое утро спрашивать, что этот идиот делает напротив меня, глядя в зеркало. И когда ты найдешь этот вопрос, что делает этот идиот, тебе сразу легче по жизни идти. Слушайте, я, наверное, долго сам вас перебил. Но, вы знаете, Миш, я вообще хотел еще на пару тем вас вывести, но я этого уже не буду делать, потому что после такой тональности любая модуляция будет просто глупой. Поэтому... Ну, Женечка, смотря какая модуляция. Модуляция еще надолго, так что не я хотел, чтобы вы рассказали о своих учителях, о Бернстайне, о Ростроповиче, но давайте оставим это на потом, все-таки, чтобы у нас было что-то, потому что вот эта вот вся эта тема, и вы не отключайтесь после того, как я остановлю запись, я хочу вам тоже кое-что рассказать про Сайбабу, у меня тоже есть некоторые, как бы вам будет это интересно, неважно. Поэтому я хочу на этом пока остановиться, но не прощаться надолго, я надеюсь. Потому что, Женечка, я как-то дуба не собираюсь давать. То есть, не надо, пожалуйста, плиз. Я недавно был у врача и спросил, как ты думаешь, я еще неделю протяну. Он мне сказал, я думаю, 7-8 дней точно. Это было после предыдущей нашей беседы, да?
Да, так что я думаю, нам еще рано встречаться в крематории или в реанимации. Мы еще подождем. Миша, спасибо тебе. Я умышленно не встревал, потому что я не хотел прекращать этот поток информации. Особенно я, в общем, в этом ничего не понимаю, к сожалению. И все, я это много от тебя слышал, но для чего прерывать, когда, так сказать, ты первоисточник. Юленька, а ты думаешь, я в этом что-то понимаю? Ну, ты говоришь... Как? Ну вот скажи мне, откровенно говоря, вот смотри, наш любимый Шагал как-то за всю жизнь не выучил закона перспективы. Ему это не надо было. И писал, если с большим чувством, писал картины свои бесперспективно. Да. Я очень люблю, Миша, историю, когда он уже был совсем старенький, и к нему пришла какая-то молодая девушка брать интервью, и часа два или три она с ним беседовала, потом она вдруг опомнилась и говорит: «Маэстро, может быть, вы хотите попить?» Он ей сказал: «Спросите у моей жены». Ну, слушай, это то же самое я у Аниточки всегда. Все вопросы решает моя жена. Юлик, ты знаешь, это такой комфорт в доме иметь матриархат. Ты живешь, знаешь, как шаровая молния. Шаровая молния вообще ни о чем не думает. Она живет на шару, как мне кажется. И, знаешь, мы когда встретились с Анечкой, я первая спросила: «Анеточка, скажи мне, у тебя есть права вождения автомобиля?» Она сказала: «Да». Я говорю: «Слушай, может, давай тогда поженимся?» Ну, это хороший повод для знакомства, правда? Да, и тогда поженились. Да. Поэтому, Юленька, вообще я считаю, что, как ты сказал, я в этом ничего не понимаю. Юленька, вот ты стоишь перед Рембрандтом. Юленька, как это можно понять? Как это можно понять? Что для этого тебе нужно живописью заниматься? Бесполезно. Это все идет на вибрации. Великая живопись – это вибрация, великая литература – это вибрация, великая музыка – это вибрация, природа – это вибрация. Первое, что было в мире, это именно вот этот толчок, и возникла вибрация. Да. Это мое глубокое-глубокое мироощущение. Все, что вокруг нас – это вибрация. Но я предпочитаю добавить еще одно слово – вибрация любви. Да. На этом, я думаю, мы закруглимся. Да, спасибо. Извините меня, что я вас перегрел, просто, но это ваша вина. Вы меня вытолкнули на мою тему. Хорошо. Спасибо. Здорово. Нашим слушателям. Спасибо тебе большое. Да, а бедные люди вообще выслушать этот бред, который я нес. Мне кажется, Юльчик, очень важно всем подписчикам канала Женина хотя бы по пакету молока давать за вредность. Потому что выслушать всю эту паранойю, шизофрению. Главное не быть параноиком, не быть шизофреником. Главное быть посередине. Хорошо, давайте сделаем, как говорится, уходи. All you need is love. Да, всего доброго. Спасибо большое.